Атака на иностранных туристов, приехавших в Таджикистан, была заснята на видео, позже запись была направлена в редакцию «Радио Азади», местная служба «Радио Свобода». На кадрах видно, как машина, сбившая группу туристов, передвигавшихся на велосипедах, разворачивается и снова наезжает на них. Радио Азади указывает, что, судя по записи, наезд на гостей республики был преднамеренным. Нападение туристов на юге Таджикистана произошло днем 29 июля. По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимова, после наезда из автомобиля вышли водители-пассажиры, которые добили туристов с помощью огнестрельного оружия и ножей. Он подчеркнул, что МВД рассматривает все версии случившегося, в том числе теракт. Агентство «Фергана» указывает, что в группе туристов было 7 человек, 2 американца, 2 швейцарца, 1 голландец, 1 немец и 1 француз. Французу повезло, что он отстал от группы и его не было на месте наезда, рассказал источник агентства. В результате наезда погибло 4 человека, среди них – граждане Нидерландов, США и Швейцарии, еще 2 пострадали. Правоохранительные органы республики организовали спецоперацию по поиску нападавших. 30 июля силовики отчитались об уничтожении 3 нападавших, еще 3 были задержаны, передает Авеста. 2018 год. В Таджикистане объявлен годом туризма. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня», подписывайся.